Алло? Нет. Ну-ка, что же он сам должен позвонить-то? Я же вчера звонил. Да, ну его, я его заблокирую, да и все, я даже звонить не буду. Ну, это может быть подозрительное что-нибудь, да, да. Да. А он сказал, я не знаю ни адреса, ничего. Да. Ну, конечно. Ну, так вроде голос нормальный был, но адреса не знаю, ничего не знаю. Там железный дом какой-то, что-то такое. Да, ну, подозрительно стало тогда уже. Да, да, да. Да, я и звонить не буду. Орехова. Да, 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 Орехова. Да, 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 и здесь погода хорошая, никого народа нету. Даже уезжать не хочется. Вот. Ну, машину далеко поставил. Придется за машиной идти далеко. Вот, давай, да.